В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» и контроля исполнения программы наказов избирателей «Подмосковье. Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии, одинцовские депутаты-единороссы проверили ход капитального ремонта фасада дома номер 9 в поселке Горки-2. Объект был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В ходе проведения ремонта жители высказали ряд замечаний и предложений, которые были в оперативном порядке рассмотрены подрядчиком. К настоящему моменту подрядная организация завершила основные работы, связанные со штукатуриванием. Также будет отремонтирован участок отмостки, а весной теруправление «Горское» поможет с грунтом для цветника, который организовали жители вдоль тротуара.